Так, тихо там, без шумов пока что. Ну, почти сейчас я жопу тут сяду, как хорошо и будет. Козел. Вот так вот нормально. Да алло! Ты можешь начинать. Спасибо, да. Всем привет, с вами Фрост, и сегодня со мной Снейк, и даже парниша. Всем привет. И сегодня мы с вами поиграем в игрушку под названием Catch a Lover, что значит поймай любовника за задницу. Ну, может не за задницу, в принципе, но это не знаю. Ваше дело, в зависимости от того, за кого вы играете. У нас здесь есть варианты, муж, это как бы тот, кто главный хряк, милиционер должен поймать вот этого любовника, вот этого зеленого Халка. Ну, как бы жена вот эта телочка, как бы она может за задницу его поймать. И собака, но она по-любому за задницу его поймает. Здесь у нас игра 2 на 2, в общем, муж с собакой против жены с любовником. И как бы главная задача, муж должен поймать любовника, а любовник должен найти свои трусы. Хай-хай, трусы надевай и из дома вали, короче. Да. Главное это насрать на кровати собаку. А жена и собака это второстепенно. Ну, собак, вы видите, тут, короче, помочиться, покакать, с... Парниша это Мухтар, а Снейк это голый засранец, голодранец. Ну, а я как бы самый уважаемый здесь человек, бородатый, толстый мужик. Мент. Начать так! Алло, я не понял, это мой! Хераси, у меня хата, вот это! Мухтар! Мухтар! Взять его! Фас! 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 Торгаемся, так, алло. Дорогая, я дома. Дорогая. Не меняется. Дорогая. Дорогая, я пришел. Ой. А ищи. Ёб вашу мать, у меня лабиринт, а не дом. У меня хата, лабиринт просто. Ой, я нашел унитаз. Слышь, Стас, ты видел жену вообще? Нет, не видел. В смысле? А ты что, сам что ли передернул здесь, что ли, один? Че я тогда тебя ловить буду? Я не знаю, я ее не вижу. Какова мотивация моего героя тогда вообще? На улице! На улице? Я уже бегу! Ты бичара, ты что делал в моей спальне без моей жены? Ты что, паскуда трусастая? На вщи! Я сейчас тебе маслину дам. А-а-а, промазал! Я заминировал выход, вход. Где он? Пидор, давай иди сюда! Маслину поймал! Маслину поймал, поймал, маслину дал, ты на мой пенек сел, должен был косарь отдать, слышь ты. Что за хрень, я не могу его догнать. Ты мент или как вообще? Слышь? Минерс. А вы где? Мы на улице. Да ударь ты его! Вы где, ребята? Я просто смотрю на этого маму, блядь. Иди сюда. Ну все, ты попал. Все, а что, ты убил его, что ли? Поскользнулся на моей, короче, спине, поскользнулся, упал, я за жопу подскочил. Не, ну это, конечно, все интересно, но что-то без жены-то как-то играть, я что-то не понял. Мне нужно найти две вещи. Так, я любовник... Йоу! Слышь, может мы пока муж не пришел, еще раз успеем тут, а, нет? О, так, помогай искать трусы мне, трусы мне срочно, нам нужен кто-то четвертый на самом деле. Алло, перцовый баллончик только, а как брать-то? Гитара. А, вот где этот баллончик-то, я могу его взять, Вити. А я не могу. А, потому что это мой скилл. А моя гитара? Это вообще дом какого-то коррупционера. Слушай, у тебя муж коррупционер, вот по нему видно. Он дом такой отстроил. На обычную зарплату мента такой дом не построишь, я тебе скажу. Отель какой-то тут, а не дом. И почему так много гитар? Гитар? Ну он, видимо, гитарист у тебя. Да, я застрял. Алло, ну-ка, где вы, ну-ка? В таком сраном доме ничего не найти. Мне нужно найти трусы. Слушай, ты, кстати, можешь помечать мне мои трусы, если вдруг увидишь штаны, там что-то кликаешь на них, чем-то ешкой там или еще что-то, чтобы я видел, куда мне бежать. Там был склад штанов же каких-то. Да это не то. Они валяются как это, короче, просто как на лампе где-нибудь валяются. Я ж это разбросал, я как бы горячий такой, горячий испанский любовник пришел к тебе сразу, горячий таджик пришел, бросил штаны на лампу сразу, стену поклеил, жену приклеил. Все хорошо сразу. Слушай, тут цокольный этаж, охереть какой здоровый. Ё-моё, да ты явно коррупционер, я тебе отвечаю. О, щит. Стоять! А-а-а! Паскуда, блядь! Ну ты это там... Ай, не подшой. Сваливаем отсюда нахер! Да беги ты! В смысле ты не бежишь?
Поебало! Шокер нашел, короче. Шокер-фейс! Шокер-фейс! Я не знаю, шокер. Куда ушел? Я нашел свою футболку. Я нашел футболку! Извини, брат! Словил маслину, я хотя бы одну вещь нашел. Ты какого фига всю катку слил? Я даже мента тут не увидел. Я даже найденный. Так, сделай вид, что ничего до этого не было, поэтому. Дорогая, я дома. Так, алло! Где мой борщ? Я пришел с работы, устал. Я жду свой борщ. Он взял электрошокер! Держи этого петуха, он в твоем кабинете. В смысле в кабинете? Я где мой борщ? Не могу. Где мой борщ, паскуда? Так, а ну жди ждать меня, я сказал, я не могу найти. Так, а ты чё, шкура? Ты чё нашла тут, алё? Вот ты шкура! Я, значит, жду борщ, а нахожу голого пидорса без трусов. Ты чё, шкура, а? Ты чё? Ты чё, джигит какой, а? Иди сюда, я сейчас тебя втащу. Но я нашел бананчик. Бананчик? Так, я видел коррупционера или его, или мою жену коррупционерку. А, сучка! А ты шкура, ну все, беги. Ну все, беги, шкура. Ах ты мразь. Слышь, ты такая горячая. Что я сейчас тебя втащу еще раз? Где этот ублюдок? Бананчик. Где этот ублюдок, мать его? О, какой у меня гараж. Ты шкура, а? Шкура, где твой горячий любовник? Я ему сейчас яйца на задницу натяну. Давай, давай. Я ему из мошонки трусы сделаю. Этот петушок где-то там гуляет. Так, я ему сейчас, блед. Я ему такой омлет сейчас превращу в все его хозяйство. Блять, ну какой дебил строил этот дом? Тут просто повсюду одни двери. Знаешь, такой дом, я в таком бы жил бы и ни в чем себе бы не отказывал. Ага, вон жена здесь живет и ни в ком себе не отказывает. Черт, это было сейчас было очень опасно. В смысле? Ну, не, ничего. Так, я вижу, там сака какая-то валяется. Что такое, это банан? Опа! Опа, попался джигит, который кусался. Черт! Все, мы и задницу Хуан Хосе, блин. Тарат-татат, обманный маневр, яблочко захавали, хп восстановили, блин, там еще было яблочко. Сукец! Где эта бобина, я не пойму. Хватит бегать тут! Бобина где? Мне нужна помощь! Так, ты, петух, сам там отдувай. Да опять куда он делся? Дувайся. У нее там хармелита началась. Ты должна быть. А что на тебя электрошок не сработал? Опа! Че, шкура, а? Он в шкафу, да? Ну-ка признавайся, он в шкафу, да? Он в шкафу. Ах ты! Я так и знал, он в шкафу! Ха! Я боксер! Я у мамы боксер! Ну че, попался, который. На жену это, короче, там взлупался. Нос, сука. Сука. Прям в стену вылетел. Вот тупая блондинка, какого черта? Все должно было быть не так. Коррупционер, уин! Так, найти вещи. Срочно найти все мои вещи надо. Агамина, он был здесь, уж я иду по следу, короче. На! Козёл, да беги ты! Двери не закрываются! Очень никчёмные попытки у тебя, отвечаю. Он тут! Очень никчёмные попытки. Ты меня все равно не догонишь. Слушай, стой! Назад! Я рубашку нашел. Назад. Слушай, мужик, от души спасибо, прям отвечаю, прям респект таким коррупционерам. Мне кажется, рубашка твоя. Ну, знаешь, там, с этим там договорился. Ай, нашли маслину, как быстро встал. Шел нахер. У меня пацаны маслины разложили. Заблудился, пошел в жопу. Штаны где-то, по-моему, здесь, возможно, были, которые я. Вы на второй этаж ходили, алло? Да! Маслины.
Чёртова шавка! Блять, от него саньём воняет! Сука, иди нахер! Я просто подскользнулся, пацан! Санья, сука! Ты грёбаная тумбочка, дай взять ключ! Он тут, он внизу, я вижу шлейф Санья! Пидорс! Я потерял! Козёл! Зачем? Не знаю зачем, но он шу... Сука! Да шоп тебе! Ты пёзнешь ты или нет? Ты пёзнешь ты или как? Не сегодня! Сука, он не пёзнается вообще! Так, где этот педик, блядь? Самолюбись, я полегче тут с выражениями, ты ёпта, а? Сука, блядь. Я тут, между прочим, за твоей женой ухаживаю, пока ты там на работе. Жоп. Чё? Да хватит. Он очень занят мной, если что. Я отгадался. Судя по звукам, да. Я бегаю. Ах ты, блядь! Блядь, да шо? Сука! Рестарт, так, а ну тихо, так, уйди отсюда. Я, стой. Мы ищем твои вещи. Шмотки, шмотки. Мои штанишки. В смысле, блядь? Я ебал кофе, беги, сука. Волк тебе нашел. Я кофейку ебал. Почему я сука? На тебе банан, пидор. Разложил. Да беги, блядь. Бананы, что ли? Бананы, да. Я оделся. Не, я не вижу ключ. О, сука, как ты здесь нашелся-то? Вот, ух ты, шкуру, блядь. Блядь, да я у меня здесь где-то. Я закрылся, короче. Сменьше, блядь. Ключ от тебя, вот, ну вон же он прям, возьми его. Спасибо за, на амбразуру прыгай. Ща, я выдвигаюсь уже, я вижу, все, прием принято. Я его оглушаю как могу. Целюха, б***ь. А где он? Ты уебал, куда съебался, пи***ь. Ко-ко-ко, давай. А где мент? Давай, 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 иди сюда, иди к папочке. Иди сюда. Лошара, бля. Все, я съебываю. На как выйти с пляжа? Ладно, я практически... Подожди. Но зачем это делать на выход? Ооо, welcome! Welcome, бро, забегай. Забегай, да забегай. Надо вытереть ноги. Ну нормально, нормально же общались, все нормально, подожди. Правый похоронный запомнили. Все ясно с тобой. Так, сейчас рядом еще нужно. Одну прям на коврик уэлком. О, е. О, е. Фак е. Вот он, держи его. Держи его. Кто насал? Вот он здесь. Держи его. Я сейчас сам его гангну нахер. Только в собаку стрелю! Подожди, братишка, я сейчас тебе попить принес. Ногами, ногами его! Стерпел. Вообще не стерпел. Слушай, извини, извини, я тебе стою. Слушай, ты меня, чё, лохастый. Ты в моём доме. Хозяин, иди ко мне, пожалуйста. Мухтар, короче, извиняется. Всегда так делаю. Это того стоило. О. Ну что ж, ребята, на этом все. Я напоминаю вам, чтобы вы не забывали подписываться на мой канал, а также подписываться на канал Парниша, подписываться на канал Снейка, ну и, конечно, ставить лайки этому ролику. Ну и на этом все. Всем удачи, всем пока-пока. Всем пока, ребят. А еще подписываться на мой контакт, инстаграм и на все остальное. Ну и тогда на мой тоже. И на мой тоже. Ну все, началось. Все, ребят, пока-пока. Все налетели тут. Не, ну на мой точно подписывайтесь.